15 апреля 1942 года. Здравствуйте, мои милые, папа, мама, Клавдия, Зоя, Анна. Шлю привет и наилучшие пожелания. 2 дня назад писал вам письмо, но сейчас есть свободное время и решил еще написать. Я получил письмо ваше и 2 листа бумаги, но сейчас у меня бумаги 100 листов, так что письмами, наверное, надоел и могу вам по листу класть, а то у вас тоже плохо с бумагой. Ну, нового ничего нет. Я снялся на 5-минутки, но вышел очень плохо. Но все же выслал Надя. С 10 числа переходим на летнюю форму. У нас совсем тепло. Ну, а у вас, наверное, еще теплее. Дичь летит и кричит, как будто зовет меня с собой. Ну, видно, время придет, и я прилечу, как птица. Пишите о своем здоровье и что делаете, и пусть напишет милая сестра Клавдия, а также Зоя пусть напишет. У вас новостей больше, у меня однообразно. Пишите, жду. До свидания. Целую всех много раз. Любящий ваш сын и брат Лёва. 14 ноября 1944 года.